В Бийском городском суде огласили приговор бийчанке, которая торговала суррогатным алкоголем. Согласно заключению экспертов, эта жидкость вообще нельзя было пить. Незаконную деятельность сотрудники правоохранительных органов выявили в ходе контрольной закупки. В небольшом частном продуктовом магазине в Заречной части города женщина продавала опасную для здоровья продукцию, которая в том числе могла привести к летальному исходу. Но бийчанку это нисколько не смущало. При этом отметим, что это не первый случай. Раньше продавца уже ловили на продаже казахстанской водки. Тогда женщину привлекли к административной ответственности. Но это уроком не стало, и она снова пошла на перерез закону. В ходе осмотра места происшествия было изъято у нее еще 25 литров такой спиртосодержащей жидкости, которую она, говоря бытовым языком, просто из-под полы у какого-то мужчины приобрела. Эта жидкость не соответствовала требованиям ГОСТ, была опасна для здоровья, но тем не менее женщина указанной жидкостью торговала. С учетом того, что женщина уже достаточно пожилого возраста, маленький у нее доход, назначенное было наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей, которое она обязалась в ближайшее время погасить, ну и обещалась нам в судебном заседании, что в дальнейшем подобных вещей она совершать не будет.